5. Сегодня я покажу 5 хоккеистов, которые погибли во время матча. Алексей Черепанов. В 2007 году на скамейке запасных упал. Оказалось, что у него остановилось сердце. Когда его привезли в больницу, игрок скончался. Александр Орехов, нападающий из Новокузнецкого Металлурга, умер во время матча с Сибирью. Орехов получил удар шайбы в шею. В результате была повреждена сонная артерия. Эдуард Павлов. В 2013 году во время матча вратарь умер от сердечной недостаточности. Сергей Комбаратов. В 2015 году потерял сознание на глазах у товарищей. У Сергея случился сердечный приступ. На ледовой арене не находилось ни одного врача. Канадский игрок Исиаго Робинсон умер во время матча чемпионата страны против Ренона. В первом периоде упал на лед. Его доставили в больницу, а смерть неизвестна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.